Гражданин Америки, что? Да? Да? Юра, не Юра, а Джон. О, иди, катись сюда. Давай снимаем. Так, становимся вокруг. Вокруг становимся. Имени ко мне. Становимся вокруг. Быстрее. Имени ко мне. Все, да? Вон. Так. Так, сегодня у вашего друга, сослуживца, так сказать, однополчанина, борца, рукопашника, самбиста исполнилось ему сегодня 8 лет. Богдан. 7 лет. 7 лет Богдан исполнилось. Поэтому смотрим, у него говорит, Богдан и как обычно. Что мы пожелаем? Богдан. Что, чтобы ты сильным и хлебом. И родину защищаем. Молодец. Богдан, да. Когда я тебе желаю счастья, здоровья и чтобы ты никогда не болел. Когда я тебе желаю, чтобы ты не боялся темноты никогда. Понятно. На него смотрим. Давай, Фоменко. Богдан. Богдан, я желаю тебе, чтобы у тебя было много друзей. Отлично. И Оскар. Я тебе желаю, чтобы у тебя было много подарков. Всего хорошего тебе. Отлично, Илона, давай. Постой, подожди, давай, сделай. Так, давай, давай. Молодец, да? Давай. Богдан, я тебе желаю всегда ждать. Чтоб ты слушался родителей, чтоб ты получал одни пятерки, чтоб ты слушался родителей. Давай. Богдан, я тебе желаю всего хорошего и успеха. Отлично. Богдан, я тебя желаю, чтобы ты всегда не болел, чтобы ты был здоровым и сильным. Молодец. Богдан, я желаю, чтобы ты после первого класса пошел в военное училище. А такое есть у нас? А, как думаешь, Родионов есть? Есть? Ну ладно, ради тебя будет, давай. Богдан, я тебе желаю, чтобы ты был сильным. Ну отлично, Газимагомедов, давай. Богдан, я тебе желаю здоровья и чтоб ты был бесстрашным. Бесстрашным? Как ты? А ты бесстрашный? Ты уверен? То есть ты не боишься? Ты меня не боишься? Не боишься меня? Боишься или нет? Нет. Ты уверен? А Дмитрий Николаевич, ты боишься? А меня не боишься, да? Ладно, давай поехали. Богдан. Хочу, чтоб ты каждую тренировку хорошо занимался. Это тоже хорошо. Давай. Богдан, я тебе желаю здоровья, чтобы ты никогда не болел и кидал как Али. Как Али? Да. Что, Али хорошо нас кидает? Что, правда кидает? Да. Али кидает хорошо? Нет, Али. Да. Ну ладно, как Дмитрий Николаевич. Так, Дмитрий Николаевич. Богдан, поздравляйте с днем рождения. Желайте крепкого-крепкого здоровья. Слушайся маму и папу. Ну, я, в принципе, присоединяюсь ко всему, что сказали про тебя. Иди, защищай свою сестру в будущем, а то она это может, так сказать, отойти направо или налево. Понятно, я ничего не понял. Ладно, здоровья, успехов, и чтобы с сентября, я вас обоих уже, кстати, с сентября месяца, 7-9 основного, потом уже подбирайте расписание. Вот, как говорится, 3-4, поздравляю. 3-4! Папа!